Всем привет, с вами я, Евгений Картерс, и сегодня мы играем в The Long Drive. Я играю, наверное, раз второй, поэтому не особо шарю, научился только брать вот это ружье. Его перезаряжать, немного ездить. Изучил немного всю игру. Я думаю, нам пока что ружье не пригодится. Так, берем щетку, как я посмотрел в ютубе, и надо вот так шкурить поверхность. Так, я постараюсь сейчас максимально ее хорошо сделать. Так, тут нормально. Так, теперь мы берем эту вот пшикалку, так, я сейчас просто чувствую себя каким-то перекупом, который за 20 минут до приезда клиента. Ой, на капслок нажал. Так, я более-менее разобрался, последний раз я в нее играл, когда только не узнал, это было года два назад. Дальше я видел, я испугался вот этого перекати поля. Это кто? Это зайчик. Я как помню, он злобно настроен. Так, ой. Натираем теперь губкой. Так, губка больше не пузырится, а как я понял, ее нельзя помыть, поэтому идем на чердак и берем здесь, так, вот эту пшикалку. Ну, щетка, я думаю, нам не понадобится, нам нужна вот эта труба в будущем в пути, чтобы мы могли переливать бензин. И вот эта вот губка. Так, пшикалку мне надо. Я думаю, пшикалка будет быстрее. Извините за то, что я так тихо говорю, потому что у меня вот сколько времени. 1:27. Так, все, я думаю. Сколько у меня бензина? 0,5. Тут это вода, это бензин. Заправили. Теперь нужно это что? Это масло, это тоже масло. Нам нужен масло. 3%, как было. Думаю, ружье лучше убрать в багажник. Потому что мы просто сейчас... Ой, что-то у меня повисло. Потому что нам сейчас понадобится место в инвентаре. Садимся. Тут, в принципе, аркадное управление. Делать механику я не стал. Ой, как она визжит-то. Как она визжит. Я еще заметил такой интересный факт, когда настраивал зеркало и решил приблизить, тут уже увеличиваются зрачки. Но эта игра скорее больше угарная, чем серьезная. Тут, в принципе, если с друзьями можно весело поиграть, но так как у меня у друзей нету этой игры, и в принципе, думаю, они захотят играть, то я буду один. Но буду снимать с своим другом NextRP, как раз следующее видео.
будет по NextRP. Думаю, оно будет интересно и, в принципе, канал вам понравится. Так, меня почему-то занесло. Не знаю. Тут почему-то не показывает никаких жидкостей. Тут только температура. А что температура так высокая? Надо остановиться, посмотреть. Есть ли у меня антифриз? Не может у меня патрубки от радиатора. Это что? Ой, я тут радиатор. Чё он как попкорнит? Как заглушить? Так. Тут радиатором все запущено, он гнилой. И двигатель тоже. Так. А, тут как... В этот... Тут как в бумере, надо все в бак. Тут нету. Хлодроген 4, о, даже хорошо, вода залита. Ну, зимой, конечно, можете замерзнуть, ну ладно. Поехали дальше. Мне нравится очень моторика этой игры, потому что я люблю такие аркадные игры, где можно просто покататься без какой-либо миссии. А тут одновременно и выживание, и этот... И одновременно можно покататься вдоволь. Мне это нравится. Так, мы уже проехали 34 километра. Я так далеко еще не заезжал в этой игре. Так что это? Это непонятно. Это, скорее всего, пепельница. Там у нас нету бардачка, у нас там дырка. А у нас внизу полка есть. Тут у нас ничего нету. О! Тут даже окно открывается, нифига себе. Так, ой-ой-ой, мне занесло. Так, зеркало вот это плохо настроено. Это сейчас то надо поправить. И так, вот, нормально. Ладно, в принципе, думаю, пригодится, потому что тут трафика как такового нет. Точнее, его вообще нет. NPC я тоже не видел. Если вы шарите за эту игру, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли тут NPC или нет. Потому что я посмотрел пару летсплеев по этой игре. И, в принципе, понял, что тут нужно делать. Сменить камеру. Так, ой, в смысле засыпаем. С. О, как в Image Drive прям. Я вот такой вот чудик. Весь сутулившийся, сгорблившийся. Так, ой, тут прям все хорошо сделано. Ой, я что-то вижу. Ой-ой-ой, ударился. Вроде бы не погнул, тут нету повреждений. Ой, зеркало загнул. Вот так проще. Так, рубаечку, я думаю, лучше прихватить. Рубаечку-то. Тут никого нету. О. Что это? Сейчас попробуем проломить. Оно рушится, и тут что-то есть в ящиках. Так, тут у нас что? Тут что-то есть. Это что? Это непонятное что. Ай, как тут все шумит. Так.
бак топливный, дизельный. Но если я найду мотор дизельный, это бензиновый просто. Кстати, знаете, почему нельзя заливать? О, калашников. Всего тут 30 патронов. Надо положить в багажник. Так, знаете, почему нельзя заливать в бензиновый двигатель дизель? Потому что они взрываются по-разному. И поэтому не заводится двигатель. Так, это что? Это какой-то... А, это тоже бак. Масло. Что-то тут баков много. Так. Буханка хлеба. Кочаны какие-то. Так, что это так за дверь? Тут у нас на улицу, как я понял. Тут больше ничего нету интересного. Я думаю, уже пора завершить серию. Продолжим в следующей серии. С вами был Евгений Картерс. Это мое первое видео. Всем пока.